Добрый день, уважаемые коллеги и наши зрители. Я рад приветствовать вас сегодня на нашей конференции «Большие данные в образовании». Сегодня наша конференция, это третья международная конференция, она проходит в коллаборации с еще одной большой конференцией нашего университета «Цифровая дидактика». И сегодняшний наш круглый стол посвящен вопросу, объективны ли большие данные в измерении результатов обучения. И я рад представить наших участников круглого стола. Это Айгунова Ольга, руководитель Центра независимой оценки компетенций студентов МГПУ. Это Алексей Зайцев, генеральный директор 01 математики компании. И Михаил Забелин, директор департамента IT-продукта компании Maximum Education. Коллеги, сегодня хотели бы обсудить вопросы оценивания, вопросы изменений и трансформации системы оценивания в образовании. И давайте начнем с такого вопроса, с непосредственно опыта вашего использования, с опыта использования больших данных, технологий, искусственного интеллекта в системе оценивания, в системе образования. И я хотел бы предоставить слово Алексею. Алексей, у вас большой опыт использования, да, и вы использовали искусственный интеллект при государственной итоговой аттестации студентов. Вот не могли бы вы рассказать тогда, действительно было бы интересно, коллеги. Спасибо большое. Во-первых, честь для нас быть приглашенными на столь интересную и, наверное, актуальную конференцию. Московский городской педагогический университет – это один из лучших педагогических университетов нашей страны, и мы рады, что сотрудничаем, работаем вместе. Мы, как представители Сколково, Сколковского института науки и технологий, рады, что мы можем попросить Московский городской педагогический университет сделать исследование конкретно, как работает технология в каждом доме. Действительно, мы в этом году совместно провели большое исследование, но меня просили говорить небольшое исследование, потому что что такое большое, большие данные, все это тоже такой вопрос, мы сегодня будем обсуждать. Мы около 8000 школьников пригласили на подготовку. Вот у нас проект 01 математика, да, нужно всякие бумажками, как бы сказать, вот действительно есть искусственный интеллект, вот бумага, что действительно есть. И та самая история, когда мы взяли много-много школьников, здесь более 8000 школьников по разным регионам, и предложили им готовиться буквально там 3 месяца до окончания на нашем проекте, сделать для них прям готовые продукты, вот эта история. И вот тут реальные результаты всегда нужно персонализировать, показать вот реальные результаты, когда в марте дети не проходят порог, а через 2 месяца, это независимая оценка, это все независимые исследования, а через 2 месяца они близки к четверке. И вот то, что мы получили статистически значимые, это очень важно, что это статистически значимые результаты, что есть отличия, и эти отличия значимые. Вот то, что исследование было проведено, оно показывало, что использование технологий, вот хорошее использование технологий, готовых, оно действительно приносит результат. Важно оговориться, что это значит. Это не любые технологии, а то, что мы вот находим, то, что вот мы вместе со Сколковским институтом науки и технологий находим. Мы приготовили готовые уроки и готовые домашние задания, потому что учитель, он тоже как ученик в этих технологиях, он тоже не разбирается в этих историях. И запустили, сделали, отработали, и там было видно по времени, сколько ученики проводят, какой у них прогресс, и вот там, как это использовалось в конце, после того, как они все это делают, учителям объяснит, они домашнюю делают, и вот в работу дома, можно сказать, вступает искусственный интеллект, он дома сопровождает ребенка, потому что какая основная проблема? Ребенок дома остается один на один. И вот здесь вот вопрос, дать ему домашнего учителя, дать ему личного ассистента, учителя уже дома. И вот то, что мы получили как раз здесь. Да, спасибо большое, очень интересно. Давайте послушаем теперь Михаила. Михаил, расскажите, пожалуйста, вот каким образом Maximum Education сегодня использует искусственный интеллект, большие данные. Я знаю, что у вас очень большой инструментарий разработан для сбора данных, для их, собственно говоря, там различные оценки, статистические, в том числе, я так понимаю, что там не только статистическая оценка. Да, давайте я несколько еще слов расскажу про компанию. Данных у нас действительно много, потому что мы обучили уже больше 300 тысяч учеников. Эти ученики занимаются длительное время, то есть это мы говорим про длительные курсы, поэтому данных реально генерится большое количество.
И это ученики очень разные. Это могут быть школьные предметы, то есть это с 5 по 11 класс. Само по себе уже с 5 по 11 класс есть большое различие между средней и старшей школой. Есть студенты вузов, есть студенты СПО, есть курсы повышения квалификации, есть история, связанная с корпоративными B2B-курсами. То есть это говорит о том, что аудитория очень разнородная, несмотря на то, что да, основной наш сегмент — это с 5 по 11 класс. И когда такое количество данных, когда с каждым годом растет количество учеников, у нас стоит перед нами очень такая амбициозная задача — это сохранение качества на объеме и поддержка его, и, соответственно, оценка этого качества. И в ряде подобных задач мы используем алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, например, в задаче пост-анализ урока, когда ученик и преподаватель провели урок, это может быть групповой урок, индивидуальный, наиболее интересно это как раз в групповых уроках, когда мы оцениваем качество урока, мы оцениваем активность ученика на этом уроке, сколько он отвечал в чатах, сколько времени он присутствовал, его, сколько он говорил голосом, мы со стороны преподавателя оцениваем ту базовую методику, которую мы хотим, чтобы преподаватель выполнял, то есть это стандарт преподавания. Мы оцениваем положение в кадре, жестикуляцию, задействование каждого ученика, равномерность этого задействия, большое количество факторов, которые позволяют сказать, насколько этот урок в нашем понимании прошел хорошо или плохо. Это пример, когда используются эти алгоритмы. Второй пример может быть про оценку вовлеченности и мотивации в динамике, когда мы говорим, например, про прогноз расторжения. Для нас стандарт качества очень важен, и у нас наши основные флагманские курсы обладают очень высоким коэффициентом удержания, то есть примерно 900. Вот лично я в своей работе использую подобные модели как такого умного ассистента. Я знаю, где он слаб, и знаю, что в каких-то моментах он может либо ошибиться, и ошибиться может в простых вещах. Например, в расчете квадратного уравнения он может неправильно посчитать дискриминант, а может просто исказить информацию. И был пример, когда я вел дискуссию с чатом GPT, мы обсуждали разного рода цитаты, и я попросил его провести цитату Шекспира на определенную тему. Он мне привел классную цитату, мне очень понравилось. И я его спросил, а в каком произведении ты нашел эту цитату? Он сказал, а эта цитата не принадлежит Шекспиру. И я такой, подожди, у меня такой когнитивный диссонанс в моменте. Только что я получил информацию, что это цитата Шекспира. И в следующем предложении он мне же говорит, что это не цитата. Когда я его спросил, а почему ты только что сказал, что это была цитата, он сказал, упс, ошибся, больше так не буду. Ну, условно, это о том, что он очень может искажать иногда информацию, если ты его заведешь в определенные рамки. И, соответственно, все эти ограничения надо помнить. Вот, пожалуй, я бы ответил на этот вопрос так. То есть это новая компетенция, с которой надо уметь работать. Михаил, спасибо. Но, тем не менее, технология совершенствуется. Мы с трудом, наверное, представляем, да, каким образом она там будет выглядеть через там, пару лет. Но вот, Алексей, какое у вас мнение? Будем ли мы вообще еще писать сочинения? Будем, конечно, это вся история о том, как GPT-чат написал диссертацию, там же никто не рассказывает, что на самом деле человек потратил кучу часов для того, чтобы эту информацию сделать, скомпилировать и вещи. Но чат, ну, вот эти, ну, чат GPT – это известная вот история у нас, да, это как вот новый инструмент, как вот для музыканта новое пианино, на котором надо научиться играть. И некоторые клавиши у нее просто изначально фальшивые, и это просто природа GPT-чата, который будет выдавать фальшивые ноты всегда. Всегда. Тут никуда не уйти, это просто вот его и суть. Но про оценивание, если поговорить, тут целый такой вопрос. Искусственный интеллект и большие данные – это инструмент. Вот как калькулятор – это инструмент. Были целые институты, которые занимались подсчетами, вот девушки сидели и считали. Сейчас калькулятор появился на ОГЭ. Вот он можно пользоваться. И не надо прятать, конечно, детей калькуляторы. Не надо прятать никаких новых технологий, которые зарекомендуют себя. Вопрос, что готово общество отдать?
какую рутинную работу она готова отдать и смириться с тем, что, допустим, это будет всегда в жизни ученика. Начинается это обычно все с верхов, как бы начинается это обычно с исследовательских институтов, которые исследовательские деятельности ведут. Это уже никому не секрет, что давным-давно там системы компьютерной алгебры и разные там айтишные истории используются для исследования. И никто в этом не видит каких-то вещей. Потом это появляется в высшем образовании, а в школу это, конечно, самый последний приходит. Да? Калькулятор в школу вот пришел. И до сих пор как бы учителя говорят, что не надо калькулятор. Ну почему не надо? Надо калькулятор. Всегда он с собой. Вопрос... Как бы сейчас не изменится ничего в оценивании, да? В будущем, да, как общество будет расти, как сами как бы люди, которые в этом обществе вот вырастают, молодежь, которая будет использовать это как естественная история, она, естественно, придет в школу, естественно, придет в университет. А как это будет работать? Я думаю, это будет работать очень здорово и хорошо, потому что на самом деле снимается рутинная работа, необъективность снимается. Мы видим на ОГЭ, ЕГЭ очень много необъективности, когда там же даже, как нам говорят, есть апелляция. Но мы знаем, что на апелляции есть процент о том, что нельзя больше этого количества процентов принять апелляции, иначе как бы комиссию наказывают. Ну, такие вот истории. У этого нет как бы технологии. Они, во-первых, оценки происходят автоматически. То есть даже сейчас, кстати, ЕГЭ оценивается, это и ОГЭ там же сканируется и автоматически оценивается первая история. Ну, вот будет лучше и больше. То есть люди, надо, чтобы на этом инструменте люди массово научились играть и решили, что они хотят часть своих как бы вещей отдать. Вот никто не... Я, наверное, последний пример скажу про навигатор. Классная история, но мы не помним дорогу, куда ехали. Не помним. А надо ли помнить? А я не хочу помнить. Зачем мне это надо? Я готов как бы пожертвовать этими знаниями запоминания дороги ради каких-то вещей. Вот когда общество будет начнет вот в образовании чем-то жертвовать, отдавать, тогда начнет это появляться хорошо. Спасибо. Ольга, вот, собственно, у вас модель же, да, оценивания компетенций, да, правильно же? И скажите, пожалуйста, вот есть какая-то сейчас инсайдерская информация или там вообще такое, такая мысль о том, а вот как будет меняться, и что будет меняться? Мы не можем игнорировать, и мы не будем игнорировать, потому что элементарно на собеседованиях с нашими студентами, когда приходят директора школы, собеседуют с нашими студентами, они спрашивают, вот GPT-чат, хорошо или плохо, и что, ну, как ты к этому относишься, твое отношение, и что ты с ним будешь делать, где ты его будешь использовать. Ну, они конкретно задают вопросы про то, с чем ты будешь работать. И, безусловно, то есть это важно включать, важно, потому что работодатели уже столкнулись с тем, что у обучающихся в школе уже это есть, они с этим работают. Игнорировать это нельзя, надо учить работать, значит, и обучающихся с этим, а кто может научить акцентировать, чтобы направить это в проверенное русло? Вот. Только учитель. Он, не проигнорировав все вот эти инструменты, вполне себе может... и рутину, помимо того, что снять, но еще и, собственно говоря, поколению дать какой-то старт, чтобы это все происходило быстрее, чтобы мы от этого не прятались, потому что, ну, уже мы обратно это, мы не закроем глаза, что этого нету, мы должны с этим учиться жить, учиться проверять границы, возможности, этические какие-то моменты проверять. И здесь, наверное, важным таким моментом, когда мы в системе оценки не подсвечивали IT, у нас ребята считали, что каждый может этим владеть как хочет. Ну, то есть, что это такая вот история про то, что вот у кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается. Нет, есть определенный уровень, которым нужно владеть для того, чтобы использовать это как инструмент и передавать информацию, и, собственно говоря, смотреть, как осваивается эта информация. Потом все к этому дружно привыкли, но сейчас мы уже понимаем, что уровень настолько вырос владения инструментами, и сейчас, наверное, уже есть смысл включать, как ты используешь искусственный интеллект, и что ты с ним будешь делать. Вот, то есть как элемент оценки. Пока это... Мы всегда вводим некоторые элементы в качестве экспериментов, и вот есть у нас желание ввести в качестве эксперимента такую добавочную историю, потому что, например, наши ребята создают электронные обучающие средства для тех, кто, например, много болел, ребята часто болеющие, вот, и они, это та компетенция, что ты должен в школе ее делать, не то, что, ну, показывать, какой контент надо брать, какой контент проверенный, как бы давать отсылки на этот контент, не обязательно его весь самому разрабатывать, но также есть еще требования, когда он и сам должен разрабатывать, и вот здесь очень важно научить наших студентов еще к тому, чтобы они
а использовали его правильно, потому что всегда же надо помнить, что учитель — это очень ответственная профессия с точки зрения чего. Это все, что ты вовне воспроизвел, это все твое лицо. И это очень сложно будет потом исправить. То есть, если ты, например, сделал какой-то урок с использованием бездумным каким-то вот новых технологий, это рано или поздно тебя аукнется, а если ты еще где-нибудь на платформе это вывесишь, то это точно аукнется. Поэтому, конечно, надо в оценочно, для того, чтобы появилась культура и осознание того, что сейчас на пике, какие тренды, конечно, нужно в оценку это вводить. Не только использовать это в оценке для помощи, как инструмент самим оценщикам, но и вводить эту компетенцию в модель учителя аккуратно, как бы, но чтобы они понимали, что это начинает быть важным. Наверное, так. Алексей, вот вы затронули вопрос апелляций, и ну вот он очень интересный в связи с тем, что если мы рассматриваем, опять же, большие данные, искусственный интеллект как некоторого помощника учителя, как некоторого помощника, в том числе эксперта, то тогда этот инструмент, он достаточно сложный. Ну, естественно, это нейронные сети, которые там считаются, да, там черным ящиком и так далее, какие-то там попытки есть интерпретации и тому подобное, но, тем не менее, это учет огромного количества факторов, огромного количества данных. Насколько будет возможна вообще процедура апелляции в этом случае? Да никто не мешает человека на апелляцию поставить. Там уже нет проблем, да, то есть что делает машина обучения, 90% машинного обучения — это статистика, и там 5-10 нейронных сетей, которые работают, да, то есть это большой массив данных, который сравнивает, наверное, хорошо будет в оценивании, когда мы школу все-таки включим в поступление в ВУЗ, да, а не то, чтобы у нас один экзамен был в конце, это 10 лет школы, до свидания. Хорошо бы это все собрать и тоже давать в оценку, как-то помогать на экзамене, давать как вещи. Ну, а собственная оценка в больших, так, как говорится, заданий с открытым ответом, ну, непонятно, как решиться. Возможно, решат проблему, пока не очень понятно, как решить проблему. То есть надо ли был экзамен перестраивать. Задание с простым, с выбором, да, вот как там SAT-тест или там ОГЭ первая часть и ЕГЭ первая часть, это легко сделать. И здесь, ну, какая апелляция? Там все апелляции заключаются в том, что он точку там не там поставил или цифру не так распознали, это очень легко делается. В этом плане помощь технологии просто нужна, она дает сильно больше объективности, ну, вот как камеры на дорогах. Или просто штраф, да, камера есть, фотография, ну что-то сделаешь, ну вот нарушил. И здесь как бы вот сделана ошибка. Человек всегда не очень объективный. Это всегда фактор есть, как, который вот так человека учили, так ему говорили, так решать нельзя. Там, не важно, что задание формулировано. Вот, и уже очень много случаев, когда задание сформулировано, скажем, там область определения не надо писать, или она очевидно выполняется. Нет, надо, за это снижает, за это ноль. То есть есть много необъективности, и в этом плане технология хорошо бы появилась, хорошо бы на экзамене использовать. Но еще лучше бы технологии вот этих данных, которые собирались, чтобы они как-то агрегировались и влияли на поступление, скажем, школьника, чтобы его школьная жизнь тоже имела значение. Ольга, а насколько вы согласны, не согласны тоже с, ну, вот такой вопрос, например, в soft skills? Вот, ну, некоторый искусственный интеллект оценил, что там слабые там какие-то у нас коммуникации, например, там, да, навык коммуникации там слабый. А вот как это апеллировать студенту потом? Вот он не согласен. Или там, как вы? Soft skills. Значит, ну смотрите, дело в том, что есть же вполне себе достойные инструменты закрытого типа, которые в том числе мерят soft skills. Вот. Кейсовые технологии, значит, они измеряют, и здесь нет проблем. Если по алгоритму все рассчиталось, все классно, мы смотрим, видим. Здесь же еще очень важно то, что Алексей сказал. Посыл измерений, того, что мы меряем, значит, у нас есть посыл измерений для развития, для того, чтобы рассказать человеку о нем, дать ему обратную связь о нем, о этом, и вот это про школьную жизнь, то, что вы сказали, что не бах,
там в конце «И здравствуй, экзамен», а агрегация очень многих элементов, которые дают ему, по сути, понимание, с чем он уходит в дальнейший путь, переходя в университет, что у него там хорошо получилось, что не очень хорошо получилось, потому что при отметках он такой смотрит, что там получилось, что там не получилось. Ну, в ЕГЭ мне очень нравится, что можно посмотреть спецификацию и понять, что у тебя получилось, что у тебя не получилось, но все остальное это к тебе никак не приходит, вот. И в этом плане я за то, чтобы некоторые элементы в оценке использовались именно для развития, для понимания, потому что иногда ребята смотрят на свою оценочную ведомость там, или на оценочный свой, значит, на оценочную карту свою и видят свой план развития, они могут быть с чем-то не согласны. Это вполне себе нормально, потому что у них может на таком уровне понимание свое, себя. Вот. И они могут апеллировать так ко всему, чему угодно. Но инструменты их видят таким образом. Инструменты достаточно, ну, как бы просто так никто не выпускает. Это проверенные там элементы. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, апелляция к тому, что мы считаем, что ты, ну, например, да, как это, как можно представить, вот коммуникация, да, вот, например, ты в коммуникации, значит, ты постоянно идешь на компромисс. Мой любимый пример про компромисс. Значит, ты постоянно идешь на компромисс. И тут, внимание, вопрос. Какую проблему ты решил? Значит, и с одной стороны, например, может участник, там, студент сказать, компромисс — это хорошо. Я это как-то говорю, и, в общем-то, с коллегами это много обсуждала. Компромисс — это значит ни тебе, ни мне. Вот. Никто ничего не получил. Поэтому, значит, давай попробуем. А если ты совершил компромисс в очень серьезной, ну, то есть ты пошел на компромисс в очень серьезной ситуации, хорошо ли это? Вот, идти на компромисс. Хорошая ли это стратегия коммуникации? Вот. И здесь вопрос в том, что апелляцию к soft skills сложнее делать всегда, потому что так тебя увидел инструмент, есть определенные показатели, и ты просто можешь с этим согласиться или не согласиться. И здесь я всегда за то, чтобы не проявлять сопротивление, а попытаться от оценочных инструментов получить по максимуму все о себе, чтобы потом еще где-то попытаться это перепроверить в своем опыте. Вот. Я не против того, чтобы оценивать soft skills, и не переживаю по поводу апелляции. Отлично, спасибо, Михаил. Да, мне кажется, на самом деле в основе там, этого вопроса лежит такой некоторый страх непонимания, как работает под капотом модель. А мне кажется, в этом ничего страшного нет, что мы не понимаем, как работает под капотом модель. Если мы говорим про вопрос апелляции и оценивания, то здесь важно сохранить на старте прозрачность. Нам важно понимать, что критерии, по которым меня будут оценивать, они понятны и прозрачны. Соответственно, это убирает уже часть какого-то вот этого мега-тумана вокруг того, что коробочка прошуршала и выдала мне там 98. Что это значит, непонятно. А если я знаю, по каким правилам она меня оценивает, это уже создает какую-то историю прозрачной. Второе, эти инструменты, они могут в дальнейшем дорабатываться и давать какую-то интерпретацию, почему, например, где-то балл был снижен. То есть это возможность понять, как эти критерии соотносятся с твоим результатом. И мне кажется, третий элемент, который бы я оставлял, это все равно возможность подать апелляцию. В нем нет ничего плохого. И даже здесь есть два момента. Во-первых, первое — это система пока еще несовершенна, и я думаю, они плюс-минус всегда будут несовершенны, просто будет процент этот несовершенства сокращаться. Второе — это психологический факт в том, что с человеком как-то он привычнее, с ним проще. Если что-то, я хочу иметь просто возможность, если что-то, чтобы меня оценил человек. Поэтому здесь я бы добавляю эти три инструмента. На этапах обращения за апелляцией можно тоже сказать, что мы считаем, что вот по этим причинам у тебя балл был справедливо снят. Ты согласен? Если ты согласен, окей, значит, мы отработали твой вопрос. Если не согласен, то окей, твой кейс разберет человек. И я не вижу никакого стоп-фактора для использования подобных алгоритмов. Главное — сохранять прозрачность и логику для того, кого оценивают. Михаил, правильно ли я услышал, что в том числе мы хотим требовать от искусственного интеллекта интерпретируемости? В целом, да, конечно, потому что надо понимать, почему тем критериям, которому ты пытался соответствовать, твой ответ не соответствовал. Я бы добавлял это как второй элемент, который повышает эту самую прозрачность. Угу.
Спасибо, да, это... Это именно, тут я добавлю, что это не то, как ты под капотом работаешь. Мне в целом плюс-минус все равно, что он там происходит под капотом. Мне важно понять, почему он вынес ту или иную оценку, а это пусть интерпретирует. Коллеги, вот Алексей, Михаил важное, важное замечание сделал относительно того, что критерии должны быть открытыми. Вот все-таки, скажите, если критерии открыты, то насколько, опять же, при использовании инструментов технических, да, насколько их можно, так сказать, хакнуть, то есть насколько ученик, студент сможет накрутить себе баллы там, за счет использования тех же, кстати, технологий, того же чат-GPT, возможно. Нужно ли с этим бороться? Интеллект чат-GPT — это не серебряная пуля, не волшебная палочка. Конечно, есть всегда какие-то моменты накрутки. Наверное, чуть-чуть акцент надо сместить, чтобы было понятно, что технологии, информационные технологии, любое как бы массовое производство, GPT, все это для массовой истории, для среднего пользователя. В среднем все. Вот как у нас есть как бы разбиты на класс, у нас есть размер обуви, да? Никого не смущает, что у нас они стандартизированы. У нас есть какие-то стандартизированные ответы, тоже стандартизированы. И это тоже будет для, как бы, для среднего, для обычного истории оценки. То есть фактически, когда мы оцениваем, если мы продолжаем говорить про оценивание, то, на мой взгляд, это идет вопрос, сколько рутины может забрать технология. И мы стараемся как можно больше рутины туда отдать. То есть вот это, в этом история. И дальше уже на эту историю идет человек. Более того, ведь никто не мешает нам на человеческие оценки уже дальше как бы накладывать технологии. То есть здесь человек, искусственный интеллект, такой многослойный пирог делать. И потом мы всегда можем откатить назад, что-то сделать. Как бы. В общем, бояться при оценивании не стоит. В оценивание вносить нужно. Может ли хакнуть? Может. Да. Слава богу, если этот ребенок сделал, наверное, это уже ему вот так можно считать, что это плюс его балл какой-то и эта история. Ну, тут с двух сторон игра идет, как бы, с этой стороны, одни с этой. Если он обыграл, молодец. Ольга, вы как-то сейчас боретесь при, вообще с вот, есть ли такая вообще возможность хакнуть там некоторую модель там, и так далее? Да, есть такая возможность, и хорошо, что она есть, потому что... Мы за открытость критериев, за прозрачность, потому что, во-первых, это, ну, на самом деле, как сказал Михаил, это правила игры такие, понятные. Я понимаю, по каким правилам я игры играю. Вообще, я хочу играть в эту игру или не хочу играть в эту игру по этим правилам. Вот, это раз. Во-вторых, когда, конечно, вот у нас студенты, когда видят модель и понимают, что внутри оценивается, ну, я сейчас скажу про компетентностную модель, когда они видят, как оценивается компетентность и что внутри зашито в плане, на каком уровне, они начинают... Наша же задача не их просто их проверить. Наша задача показать им этот путь, и если они смогут туда там, выстроиться, то пожалуйста. Но чаще всего бывает так, что что-то получается, что-то не очень получается. Есть, конечно, команды, которые готовят прям на то, чтобы хакнуть какие-нибудь модели с точки зрения подготовки, подготовить так, чтобы он точно мог преодолеть там, эту модель, понимая, какая методология заложена в эту модель, какие алгоритмы оценки заложены. Конечно, и это тоже хорошо, но таких групп немного. То есть вот сколько я встречала, их на самом деле вот сложилось за все время, там, например, наших сертификационных процедур, ну, 3-4 группы. Но это здорово, их силы, их теперь ресурсы направлены в другую область. То есть теперь они всех готовят, и мы изменили критерии, потому что то, что они же не стоят на месте, мы взяли, поменяли критерии, объявили об этом. Теперь еще дальше приходится идти. Это нормально, хорошо, пусть делают это. Угу. Это сделает нас сильнее. Михаил, что-то добавить вот в части
того, как да, быть максимуме. На самом деле согласен с коллегами. Пытливый ум всегда найдет лазейку, как обойти систему. И в целом здесь будет всегда соревнование. Алгоритмы системы оценки будут закрывать уязвимости, и их будут пытаться искать. Это естественный процесс любой там, информационной системы, в общем-то, в том числе. И мне понравился пример коллег, которые мы приводили. Это в том, что в целом критерии и логика работы алгоритма, мне кажется, немножко разные. Приведу пример, который мы как раз использовали чуть ранее. Это я получаю штраф. Если бы я просто получил штраф без интерпретации, за что я его получил, было бы мне не очень комфортно. Если я понимаю, что я получил за превышение скорости в том-то месте, вот моя фотография, вот адрес, где это происходило, я понимаю, что это как бы да, это, скорее всего, относится ко мне. Я все равно хочу иметь возможность там, подать апелляцию, если вдруг я вижу, там, что скорость была 500 км в час, мне не будет комфортно вот с этим результатом. Но мне при этом абсолютно все равно, как работает эта камера под капотом, как она определяет скорость моего движения. Мне важно, что то, что мне выдала система, это логично. И вот эти критерии для меня это пример по тому, какой логике меня оценивают. А то именно, что работает под капотом, это отдельная история, это уже вопрос, мне кажется, немножко другой. Делать ли открытым именно ту технологию, по которой оценивается именно под капотом, это уже, на мой взгляд, не всегда обязательно. Вот. А вот именно критерии должны быть прозрачными. Угу. Михаил, спасибо большое за мнение. Коллеги, давайте вот обсудим и вопрос достоверности вообще измерений с помощью данных. Вот насколько вообще мы можем доверять этим данным, насколько мы можем доверять собранным данным, насколько мы можем доверять тем выводам, которые делаются на основе этих данных именно машиной, может быть, как обеспечить, чтобы мы могли обеспечить это доверие. Вот, Ольга, может быть, ты, да, как вы... Алексей, давайте вы начнете. Давайте я начну сначала, расскажу, что такое большие данные для нас. И чуть-чуть плавно перейду, вопросы очень сложные все. Надо отвечать, как мы всегда делаем, не на то, что тебя спрашивают, а на то, что ты знаешь. Вот. Смотрите, большие данные – очень разное понятие. Айтишники понимают ее, допустим, те, кто сторидж занимается, те, которые данные принимают, там сколько прибывает у тебя данные. А там вообще считается, как он называется, три вида. Volume, velocity and value. И для образования, на мой взгляд, самое значимое это value. Это то, что мы никогда не могли бы увидеть на маленьких данных. И для меня, как с профессией связанной, как бы у меня в криптографии, мне кажется, это классная история, когда был шифр замены, когда буковку А там заменили на буковку Е, буковку Б, ну что угодно, нам меняем буковку С там на Д, как угодно, и поменяли. Вот, и это кажется такая, вот, информация никогда не раскроется, 1000 лет думаешь, не раскроется. До тех пор, пока начали изучать книги массово. Тогда надо было в Коране изучить, сколько же там встречается там сура раз, и тогда она была старше, и увидели, что не все буковки одинаковые. Какая-то чаще встречается. То есть да, информация никогда не была бы вскрыта, не используя, если бы не было большого объема. Ну, в то время объем были книги. То есть для нас в образовании значимость информации, которая появляется только после определенного объема. Насколько она достоверна? Достоверна она настолько, насколько вы данные перед этим сделали хорошие. Если вы в систему внесли плохие данные, нет никакого сомнения, что у вас будут плохие выводы. Да? Вот это как вот, вы делаете какое-то блюдо, но перед этим вы не засеяли одну грядку морковкой, другую грядку огурцами, а все вместе набросали, потом раз, ну и что у вас, что соберете, то и получите. Вот как вы ввели данные, так вы дальше их получите, потому что алгоритмы, которые работают, математика обычно очень как бы достоверная. Вот как в любой системе, слабо где? Где человек? Слабо где? На входе слабо. То есть если данные на входе будут плохие, если они будут изначально неплохо сделаны, не отструктурированы, нет понимания, что заходит, то доверия к выходу нет никакого. Если данные на входе понятные, что на входе входит, то сама математика и обработка алгоритмов и на выходе будет вот приблизительно такая же история по достоверности. Что на достоверность на входе, то обычно достоверность на выходе. Михаил. У вас большое количество данных. Вы обозначили в самом начале, да? Упоминали это, да. Да,
мы упомянули, соответственно, вот как вы обеспечиваете там достоверность этих данных, как вы вообще, ну, то есть доверяете ли вы, да, тем данным, с которыми работаете? Приходится доверять, да, иначе зачем мы с ними работаем, вот, но если уж, мне кажется, любая модель, это, если продолжить это рассуждение, это какое-то упрощение действительности, то есть это по определению ты получаешь то, что еще там нужно как-то интерпретировать, и если мы возьмем там пример, который я приводил, прогноз расторжения, нам для того, чтобы это сделать, надо накопить какие-то данные, надо, чтобы ученик повзаимодействовал какое-то время с системой, и повышать точность этой модели можно разными способами. Можно за счет того, что ты, да, больше скармливаешь данных там, на входе, например, ты добавляешь не только данные, которые собираются при взаимодействии в LMS-системе, а ты как-то оцифровываешь данные самого урока и добавляешь дополнительно, тогда скорость там, реакции модели она станет более точной раньше по времени. Но в то же время оно не всегда покрывает те потребности. И, например, мы делаем несколько уровней того, как мы следим за какими-то потенциальными проблемами. То есть мы знаем, что модели нужно какое-то время накопить, несколько недель условно, накопить данных, но мы также прекрасно знаем, что если там ученик просто физически не пришел на первое занятие, с ним надо связаться, потому что это уже какой-то фактор риска дополнительный. То есть мы работаем так, что комбинируем разные средства, которые такие более технологические, и менее технологические. То есть я бы ответил на этот вопрос таким образом, что здесь такая, важно понимать их ограничения и важно комбинировать это с чуть менее, может быть, технологическими, но работающими средствами. Можно добавить? Да, конечно. Прощения, я как раз просто добавлю к тому, что я говорил, то, что про, ну, есть прекрасные все-таки оценочные истории, да, вот независимые оценки того, что вы сделали. Есть результаты, экзамены, это вот, а то нас обычно сделают, сами себя оценят, и мы все молодцы. Так нельзя делать. Вот я вернусь к тому, что у нас наболело, да, вот мы попросили провести исследование. Независимая оценка должна быть, потому что какова вероятность, что ты сделал продукт и сам себя обманываешь? Стопроцентная. Нет никакого сомнения, что человек, когда он что-то делает, он себя сильно переоценивает. Mm-hmm. Поэтому что чрезвычайно важно, что, что вы сделали там, в искусственном интеллекте, неважно где, но в данном случае вот здесь в технологиях, чтобы была независимая оценка, независимые люди, процедура, и потом вы получаете результаты, а здесь уже есть, ну, уже разработанные методики. У вас нормальные распределения, вы определили, достаточно ли данных у вас, действительно ли нормально, действительно ли сдвинуть, действительно ли значимо. То есть все должно быть, уже методики эти есть для оценки, они должны быть сделаны независимо и на, вот, на больших данных. Это должна быть произвести оценка и не вами, конечно же. Независимо должно быть. Здесь я добавлю, знаете что, мне, например, как человеку, который работает в разработке оценочных средств, не хватает открытых исследований. Ну, то есть как кто-то что-то делает, это я так сейчас про боли, да? Кто-то что-то делает, и ты не всегда знаешь об этом, не всегда это можешь использовать в своей работе. Вот. И каждый сейчас, вот этот, видимо, путь, когда-нибудь мы достигнем этого, но каждый складывает где-то что-то у себя и для себя, и это очень как-то так усложняет некоторые процессы. Хотя я думаю, что то, что вот вы говорите, что, например, на основе этих данных получены вот эти результаты, они вот как-то удостоверят то, что вы делаете, или там оценщики делают. Вот, например, у кого-то нет этих больших данных, но есть хорошая компетенция разработки, и можно этими данными пользоваться, но где их брать пока? Вот, то есть я, конечно, мне, например, очень интересно, где все-таки будет это укладываться для того, чтобы это можно было взять для реальной работы, а не каждый пока у себя берет, вот, или у партнеров. В этом плане очень здорово, когда есть партнеры, потому что у них можешь спросить, с ними можешь там достроить, то есть у тебя что-то есть, у них что-то есть. Но для образования вот то, что сейчас необходимо, это возможность этих исследований и открытость этих исследований. Она очень-очень-очень актуальна сейчас. Вот, спасибо. Спасибо. У нас пришел комментарий некоторый из YouTube, и по правилам
соответственно, мы, естественно, тогда прочитаем его. И тем более, что один из вопросов, который, мне кажется, здесь, в общем-то, по этому комментарию, из которого, который следует, он также очень интересен для обсуждения. Я комментарий зачитаю, просто с человеком не проще, просто человек тебя услышит, а и пошлет в игнор. И будет считать себя всегда правым, безукоризненным, нельзя и давать право на оценку. Нельзя и давать право на оценку, выделенную жирным шрифтом. Здесь как раз вот я бы хотел бы с вами обсудить вопрос этики искусственного интеллекта, использования его. Действительно, можем ли мы использовать искусственный интеллект при оценивании? Насколько можем? Где вот эта грань? Какое у вас здесь мнение? Ольга, вы хотите начать? Мне кажется, мы тут вот, в общем-то, не поднимали вопрос по поводу того, что искусственный интеллект оценивает. Мы поднимали вопрос о том, что мы используем искусственный интеллект для того, чтобы конструировать оценочное средство, потому что он нам даст больше данных, больше возможностей. Вот. А оценка, насколько это этично, да, ну, я за эксперименты. Вот, безболезненного характера. Ну, то есть здесь, опять же, разведем оценку, которая с высокими ставками о том, когда что-то решает эта оценка, и о том, когда оценка для того, чтобы поглубже себя узнать, что-то развить, это другая оценка. Вот, и использовать искусственный интеллект для второго рода, наверное, оценки можно пробовать, вот, не при этом не принимая решение о том, что что-то произойдет. Но, безусловно, это важно с точки зрения того, что нужно накопить для этого данные, для того, чтобы начать это использовать. И никто не собирается прямо сейчас выйти и начать это делать. Есть специальные экспериментальные группы, в которых просматривается, например, если применяется эта оценка, в которых просматривается, а как себя чувствуют испытуемые, какие у них вот там дальше вопросы. То есть прям вот взять и сразу внедрить, но вообще невозможно, на мой взгляд. Вот. А с точки зрения того, что это может там сыграть потом вот, интересную службу, я считаю, что да. Нужно изучать то, что ты не знаешь. Попытаться это понять. Потому что всегда страшно то, что ты не знаешь. Как только ты начинаешь это узнавать, ты начинаешь это понимать, и у тебя страх проходит. Поэтому я бы ответила вот так, что мы в пути сейчас. Вот. Но никто не собирается сейчас прям искусственный интеллект ставить и говорить, все, давай оцениваем, мы тут там все пошли, походим. Вот. Да. Михаил, ваше мнение по поводу вообще оценивания искусственным интеллектом? Ну, мне кажется, мы уже там косвенно проговорили ответ на этот вопрос. Мы уже сегодня рассказывали, что искусственный интеллект — это инструмент. Инструмент, он как молоток, он не может быть плохим. Он служит для определенных целей, он закрывает определенную потребность, он снимает там, определенную рутину, и этот инструмент использует финально человек. Соответственно, тот условный там алгоритм из трех шагов, который рассказывал, где прозрачность критериев, интерпретация этих критериев и возможность там потом пообщаться с человеком. И, конечно, ну, это все снижает риски того, что какая-то коробочка меня просто оценила по непонятным для меня подходам. Это инструмент, его надо внедрять постепенно, у него есть несовершенство, это несовершенство надо исправлять. Если он не покажет достаточный уровень качества, то, значит, его не надо внедрять в таком формате. Поэтому здесь, мне кажется, все будет постепенно, это не произойдет так сразу, и это точно не должно быть как-то так, что просто искусственный интеллект тебя оценил, и что тебе с этим делать. Алексей, что-то добавите? Ну, я, наверное, скажу то, что коллеги, я соглашусь с коллегами, чуть-чуть переформулирую то, что они говорят. Понятная боль тоже комментатора, потому что алгоритмы пишут люди, которые не общаются с людьми. Им нужна обратная связь. Естественно, должна быть обратная связь, которая говорит, вы здесь сделали плохо, переделайте. То есть петля обратной связи должна быть, безусловно, установлена. Никакой односторонней как бы диктовки не должно быть. То есть это понятно, что вот человек имеет в виду, что он хочет влиять на инструменты оценки. Да, так должно быть. Я с ним согласен. И вот я понимаю, что коллеги, вот они так и сказали. Обратная связь должна быть обязательно. Угу.
Михаил, возвращаясь вот к вашей реплике относительно того, что мы должны доверять, да, искусственный интеллект, он должен быть интерпретируем и так далее. Должно ли быть какое-то регулирование в этом смысле, в части того, должны ли быть какие-то выработанные требования к качеству моделей, к качеству тех технологий, которые мы используем, и, на ваш взгляд, кем они могут быть выработаны? Ну, это вообще, на самом деле, хороший вопрос. То есть мы пока гипотетически рассуждаем, где бы оно там могло использоваться. Соответственно, если мы запускаем эту процедуру, то, например, как мы хотим использовать подобную систему для проверки какого-то этапа или там цели, например, ЕГЭ, то тогда нужно будет разработать набор свод правил, по которым эта система будет работать. К сожалению, это нормальный и естественный путь. То есть все должно пройти такую бюрократическую процедуру, в котором будут там тестовые группы и подобная история. Соответственно, оно должно быть регламентировано, эта история. Это должно там быть защищенной системой, потому что будут определенные вероятности там, попыток взлома и подобных вещей. Соответственно, да, эта система должна быть как-то госуслуги, она должна удовлетворять определенным стандартам. Поэтому, на мой взгляд, здесь путь примерно такой, да, он потребует длительного какого-то промежутка внедрения. Угу. Да, спасибо. Алексей, вот, в принципе, ну, тот же вопрос, но вы в том числе же исследования проводите уже, и то есть, какая-то практика есть? Должны ли мы регулировать исследование генома и использование генома? Ну, это такой же вопрос, да, только немножко с геномом понятно, и потом выяснилось, то есть были за и против, потом появились лекарства, которые никогда бы не появились. Мы немножко рассуждаем об искусственном интеллекте в будущем, прям забегая сильно-сильно-сильно в будущем, потому что таких инструментов пока, но нет пока их. Но оно будет, и это действительно будет, это вот реальность. Проблема, знаете, какая проблема в создании таких систем? А для учителя, мне кажется, есть такая проблема страшная. Она называется, я ее называю долиной такой смерти. Знаете, у вас приходит молодой учитель, ему надо научиться. А если искусственный интеллект ведет лучше, чем он, когда его к детям подпустят? А где он опыта наберется? А через сколько он станет как бы соревновательной этой историей? И здесь вот эта история, насколько мы можем вот сотрудничество найти совместное, насколько мы действительно заменяем с одной стороны, а с другой стороны даем возможность человеку учиться параллельно. Вот для меня эта история интересна, как бы в плане этики. А в плане того, что этики, как бы используемый искусственный интеллект, но он настолько сейчас немного... С одной стороны, он вас много знает, он с Фейсбука, ВКонтакте можно найти любой человек, это с другой стороны, пока нет такой большой угрозы. А вот угроза того, что как появление систем, они появятся, которые начнут работать лучше, чем человек в каких-то областях, на это вот интересно. Ольга, скажите, а вот молодых учителей пугают перспективы вообще искусственного интеллекта? Есть ли у вас какой-то... Это хороший такой вопрос. С точки зрения, знаете, вот эта развилка, мне нравится, там, сможет ли заменить компьютер, искусственный интеллект учителя? Ну, ответ, мы компьютер ждали, что заменит, но как-то не заменил. Вот, значит, там еще кто-то там должен был заменить, там, но не заменил и не заменит. И здесь, так сейчас сказала, сейчас, а тут вдруг сейчас что-нибудь еще появится интересное. Нет, на мой взгляд, не заменит. Всегда все-таки сопровождающий в этот мир открытий интересов это учитель. И учитель, знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю следующим образом. А почему кто-то стал там математиком? Почему кто-то стал биологом? Вот. Почему кто-то стал медиком? И я вижу, что это были те, что эти люди встретили на своем пути очень интересного человека, даже не всегда учителя. Вот. И они пошли за ним, и он их заинтересовал в этом выборе. То есть такой процент ребят, он достаточно велик. И искусственный интеллект, он может как-то там помочь раскрыть, это инструмент, то, что мы говорили. А вот увести за собой, вот, может только человек человека, на мой взгляд. И это неоспоримо.
на мой взгляд. На данный момент точно, только если, даже если роботы появятся или голограммы, и они будут сидеть рассказывать, как бы мало что может им помочь увести, и вообще сознание — это тоже очень важно, такое собственное размышление. Ну, это на мой взгляд. Михаил, а вот... Мне кажется, это уже очень хороший вопрос, который мы перешли от одного к другому. Буквально это немножко комментарий. У нас действительно сквозь конференции проходит вопрос. Вот искусственный интеллект – субъект или инструмент? И вот интересно, вот как вы считаете, то есть вот может ли какой-то, каким-то образом искусственный интеллект вообще участвовать как субъект? Ну, мне вот, я все-таки не могу не прокомментировать предыдущую часть, потому что это то, что мне кажется сейчас, я не могу предсказать, что будет через 50 лет, мне даже сложно сказать, что будет через 10 лет, вот, но пока мне кажется, что преподавателя действительно сложно заменить. И те эксперименты, те разные элементы геймификации, которые мы видим, используются, они используются как дополнение, то есть это как функционально расширяющие возможности, нежели чем просто замену, потому что история там с мотивацией, поддержкой, что вот этот человек, там, я для него выполняю домашнее задание, а не для того, чтобы там мне пришел пуш, пускай он будет регулярно писать, чем преподаватель, он будет писать мне там каждые 2 часа, если я его попрошу. Все равно это будет работать хуже, чем если тебе напишет раз в неделю твой преподаватель, которого ты там ценишь, уважаешь. И тут, мне кажется, история, что искусственный интеллект, он будет и должен быть такой в ближайшем времени, и это больше вероятность, что он эту нишу займет, каким-то дополнительным инструментом. То есть если мы рассмотрим, например, преподавателя, тут может быть разные вводные. Крутой преподаватель. Нужна ли ему помощь? Нужна в некоторых вопросах. Например, если он ведет много там небольших групп, то у него, в принципе, тоже рутина, которую часть можно снять. А если он ведет, например, большую группу, на которой на 100-200 человек, то даже его крутости здесь будет не хватать, потому что время, которое он тратит на какого-то конкретного ученика, будет делать там его оценку скиллов этого конкретного ученика все более субъективной, потому что время, которое он ему посвятил, будет сокращаться. Потому что большая группа, один преподаватель, то здесь нужны инструменты, которые бы поддерживали и, там, и мотивацию, и более объективную оценку этого ученика. Но все равно в голове угла будет стоять преподаватель, который будет управлять этим инструментом. Если мы говорим про более там, преподавателя, хороших преподавателей, их по определению там всегда чуть меньше, поэтому если мы говорим про средний преподаватель, то здесь будут какие-то дополнительные инструменты, которые будут помогать ему дотянуться до хорошего уровня. Это не значит, что мы не будем его выпускать до того, как он не станет хорошим. Это значит, что будет система помогать его тянуть до этого уровня, и дальше он будет тем самым потихонечку становиться уже преподавать на том сопоставимом уровне, на котором преподают там классные преподаватели, которых реально мало. Да, спасибо, Алексей. Я чуть скажу, что я имел в виду. Я не имел в виду полностью замену преподавателя. Человек, действительно, вот то, что сказано, это мотивация, это человек первым. Я имел в виду функции как преподавателя. Нужно ли знать так математику, чтобы преподавать? Нужно ли знать биологию, чтобы так преподавать? Возможно, будет уже и не нужно так знать. Он начнет играть совсем другую роль. И вот хорошо ли это для системы или плохо это для системы? Создает ли это проблему, что у нас как бы кадры, которые приходить будут, и у них будет такой большой как бы возможность поддержки как бы контентной, содержательной, что им надо больше как бы общаться, нежели больше знать предмет? И вот это вот интересный вопрос. Вот это интересно, как это влиять будет на образование. Да, спасибо. Спасибо, коллеги. У нас, в общем-то, я так понимаю, время наше вокруг круглого стола, к сожалению, подошло к концу. Коллеги, спасибо большое. Мне кажется, очень интересная была дискуссия. И спасибо большое за ваше выступление, ваше мнение. Я уверен, что нашим телезрителям было, нашим зрителям было очень полезно и интересно. Спасибо большое. Спасибо.